Эти несколько гектаров земли – любимое место отдыха всего Большого Ижевского микрорайона улицы Союзной. Но пока сюда, в Ярушкинский парк, просят не ходить хотя бы до выходных. Здесь идет обработка от клещей. С собаками гулять нельзя, с самим людьми находиться нельзя в парке на протяжении хотя бы от 1 до 3 дней. Значит, с детьми гулять нельзя в парке, потому что все равно это яд, он действует на человека. Человек может себя почувствовать плохо. Клещи в этом парке водятся. Специалисты говорят, сами до начала обработки поймали здесь несколько паразитов. Что неудивительно, прошлогодняя трава не убрана, до сих пор лежат мешки с мусором. А это подходящие условия для мышей. Они как раз и являются главными разносчиками клещей. Поэтому дезинфекцию здесь проводят более интенсивно. Жидкость антибактерицидная, российское производство, применяется. И концентрация в зависимости от травы. Ну вот тут много сухой травы прошлогодней, поэтому концентрация, соответственно, побольше. Обрабатывать парк будут один раз, после чего на всей территории не должно выжить ни одного клеща. Это проверят дважды. Сначала через 5 дней после обработки, потом через 20. Если некачественно обработана территория, естественно, мы будем вынуждены попросить подрядчиков повторно обработать ту или иную объект. Обрабатывать от клещей в Ижевске в этом году будут территории возле парков, скверов, а также школ, больниц, детских садов, что находятся вблизи лесных насаждений, сами городские леса, а также кладбища. Всего более 600 гектаров. Оксана Худякова, Александр Широбоков, телеканал «Майор Мурти».